Shape Me GmbH. Обзор. Ведущая онлайн-платформа для комфортной и качественной модной одежды. Тенденция Shapewear приходит в Европу. Shapewear долгое время был большой тенденцией в США. Звезды такие, как Ким Кардашьян, Гвинет Пелтроу и Коу носят его на красной ковровой дорожке. Это просто вещь, которую нужно сделать. Эта тенденция сейчас перетекает в Европу. Shapewear – это гораздо больше, чем просто хрупкий корсет. Не только для пышных женщин. Они доступны для разных форм тела и в разных вариантах, как корсажи, платья на лифе и многое другое. Вы можете позаботиться о более узкой талии, плоском животе, роскошном декольте или стройных бедрах. Модные детали, такие как прозрачные вставки, кружева или цветочные узоры, придают ему новое изображение. Историю успеха формирует меня. Дженнифер Шват, основатель формы, узнала эту тенденцию на раннем этапе. Напоследок она выиграла телепередачу Set One Start Up и победила 2000 участников. Затем она приняла участие в программе ProSieben Set One Accelerator. В начале 2019 года запустилась платформа ShapeMe.com, первая молодая и современная онлайн-платформа для корректирующего белья в Германии. В дополнение к продукции собственного бренда, ассортимент в настоящее время включает в себя около 250 продуктов от разных производителей. Ассортимент будет расширен на 8 брендов осенью 2019 года, в том числе Triumph. Первая сделка Media for Equity с чистым объемом 475 тысяч евро позволила ей достичь высокий уровень внимания среди своей целевой аудитории посредством телерекламы на ранней стадии. За очень короткое время она смогла генерировать шестизначные ежемесячные продажи. Благодаря хорошим результатам компания заключила вторую сделку с Media на сумму 250 тысяч евро в чистом объеме для поддержки маркетинга со СМИ до середины 2020 года. Около 10 тысяч заказов и более 800 тысяч евро в продажах с января 2019 года показывают, что бизнес-модель работает. Корпоративное видение. Их цель состоит в том, чтобы сделать продукцию корректирующей одежды брендом номер один в Европе. Чтобы достичь этой цели и продолжить позитивное развитие в том же темпе, что и раньше, и быть брендом номер один для Shapewear в Европе. Сформированные планы. Инвестировать в следующем году, в частности, в укрепление формы бренда и эффективного маркетинга, чтобы повысить узнаваемость бренда и его имидж. Целевая группа. С 2020 года больше внимания будет уделяться дальнейшему развитию личного бренда. Это то, что заставляет нас выделяться. Первое. ShapeMe – это современный бренд. Он придает новый имидж хищному корсетному заводу. Второе. Формирование зависит как от собственного бренда, так и от стратегии стороннего бренда. Эта диверсификация делает компанию гибкой. Третье. ShapeMe является специалистом для Shapewear. Клиенты всесторонне консультируются от Shapewear Guide до подбора индивидуального размера. Основа для инвестиций. Первое. Проверенная и успешная бизнес-модель. Оборот более 800 тысяч евро с января 2019 года. Второе. Shapewear Trend. Рынок для Shapewear растет. В годовом исчислении 7,7%. Объем мирового рынка для Shapewear составляет 2,26 миллиарда долларов США. Третье. Высокий потенциал масштабирования благодаря интернационализации и расширению ассортимента продукции. Четвертое. Собственная и сторонняя стратегия бренда обеспечивает гибкость и диверсификацию рисков. Пятое. Партнерство с ProSieben Set One Accelerator позволяет привлекать внимание СМИ. Вторая медиасделка уже закрыта. Шестое. Выходной потенциал стратегическому инвесторам, такому как Otto Group, Triumph или Newcom Group.